Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Если вы любите вязание полосочку, но считаете, что простые полоски это скучно, предлагаю вам вариант оформления веселых полосок. Переход между цветами. Для этого берем линейку один к одному и выдвигаем в переднее положение иглы через одну. Если у вас машина с нитеводом, включите рычаги частичного вязания. Провяжите два ряда. Теперь меняем цвет рабочей нити. Рабочая нить желтая. Ставим среднее рабочее положение иглы, которые у нас только что не работали, и переднее положение, те, которые находились в рабочем положении. То есть меняем местами иголки. Переднее положение не вяжет, среднее рабочее вяжет. Провязываем два ряда. Осторожно. Выключаем рычаги частичного вязания и продолжаем вязание полотна. Такой простой прием позволяет получить веселые переходы цветов при выполнении достаточно банальных полосок. Если вам это видео понравилось, было для вас полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.